белорусскими правоохранителями 63-летнему законнику было объявлено о нежелательности его пребывания на территории республики, после чего он был арестован. О назначенном Роланду Кутаисскому сроке ареста не сообщается. Во время задержания, отвечая на вопрос оперативников о том, имеет ли он отношение к криминальному миру, Чиквоидзе заявил: «Да, я вор и горжусь этим». Вор в законе Роланд Чиквоидзе был участником широко известной разборки во время воровской сходки в декабре 2000 года, когда отношения выясняли вор в законе Серго Кутатиладзе по кличке Байка и его крестник Роланд Кутаисский с одной стороны, и лидер греческого кутаисского клана Давид Сёбисквердзе, Дато Кутаисский, с другой. В результате конфликта Дато Кутаисский был тяжело ранен и остался на всю жизнь прикованным к инвалидному креслу. Однако через некоторое время Роланду Чиквоидзе отомстили за Сёбисквердзе. В Санкт-Петербурге, случайно столкнувшись с ним в дверях одного из магазинов, его посадил на нож родственник Шакро молодого звея Азманов. За это в феврале 2013 года Азманов был коронован в Москве лидерами клана Кардавом Зарелуа. Байка же, которому еще в 2003 году в отместку за Сёбисквердзе приказал сломать позвоночник Лаше Шушанашвили, Лаше Руставский, остался невредим.